Привет всем! Ну, сегодня мы сделаем... Я буду жаловаться вам всем, кто там за экраном телевизора. Потому что будем говорить об Алиэкспрессе и вообще, стоит ли покупать на этом, так сказать, рыночной площадке денежки, отдавать свои за неизвестно что и за неизвестно какие такие блага, так скажем. Ну что, начнем со следующего. Заказал я, значит, какие-то вот телескопы. Ну, телескоп вот приехал. Самая последняя приехавшая покупка — это вот этот вот фонарик. Черный Вандер тактический фонарь. Там все получено у меня. Все отлично, все супер-пупер. Вот и у товарища Саймона я заказал тирку и драйвер. Вот, ей-то уже не знаю сколько, и я попросил Саймона продлить этот заказ на 35 дней. Он мне сказал: дорогой, я тебе продлю на 35 дней, больше я не могу тебе сделать. Ну, спасибо и на этом. Вот мы сделали защиту там покупателей, что-то там, вот. Не приехали вот эти шорты. Хотел, 423 рубля стоили, хотел я, значит, в них приседать и все такое. Но я не знаю, кто сказал. Наверное, мне сказали: хрен на тебя нарыл. Короче, пусть оставайся таким вот пингвином там или кем-то там. Вот-вот, оставайся. Это наша почта России, короче. Я думаю, блин, проебали где-то в пути они. Ну вот-вот, проебали. Потом, что они проебали, короче. Проебали вот эти наушники. Тоже не приехали. Был спор. Все, мне денежки вернули, но, по сути дела, зачем мне деньги? Зачем мне деньги, если я покупаю вот конкретно, блин, вот эти, блядь, наушники? И, блядь, они стоили мне 262 рубля, ё-моё, ну, блин, ну потерять, ну, ёб твою мать, блядь, почта России грёбаная, блядь. Уж слов, сука, нету, блин. Я не знаю, у кого брать, блядь, можно у Али брать? Можно ли? Или нельзя, блин? Я вот уже не знаю, честно говорю. Ну ладно, они стоят вот это вот самые дорогие, короче. Это, блин, 423 рубля стоимость, короче. Мне ее вернули, блин. А если я куплю, блин, норковую шубу где? И потом с кого мне спрашивать? С продавца, где вот эта стоимость будет, блин, уже в четырехзначном, блин, коде? Или в баксах, короче. Я вот не знаю, блин, гражданин из Почты России. Вообще, как бы так, дружите с башней своей или кому там, с таможней, блин. Может, совесть будет, что, блядь, доезжали, блядь, трусы, блядь, трусы. Чё там написано? Шорты, да, шорты, блядь, не приехали. Сколько они там весили, там грамм 400 или сколько там, 100 грамм. Но, блядь, потерять вот эти вот трусы, блядь, этот пакет, который размером, блин, вот с эту рулетку, блядь. У меня слов нету, просто так вот, рулетка. Рулетка сломалась через полтора месяца после пользования. Не знаю почему, блин, сломалась к ебеням. Продавец не понимает, я ему говорю: пришли мануал, короче, пришли там, как это устроено, херотень, дай мне хотя бы ссылку. Продавец просто дерево, блядь. Сиди, открою, блядь. Не знаю я, блядь. Вот думайте сами, мало того, что, блядь, китайцы нас наебывают. Так еще, блядь, я не знаю, кто наебывает. Русские, блядь, наебывают. Или кто, блядь, там у нас на таможне сидит, блядь. Где теряются посылки? Ебаный в рот, а? Или, блядь, просто пролетает грузовой, блин, этот, я не знаю, там. Геркулес, блядь, или Антонов какой-нибудь, блядь, открывает задний люк, блядь, там, я не знаю, вот как у этих десантников, когда сбрасывают танки. И нахуй, короче, блядь, в пике уходим, хвост вниз, блядь, и в океан, там, куда, блядь, в Индийский, нахуй, захуй, короче. Все полетело к чертям, на Мадагаскар. Не знаю я, блядь. Али не проигрывает, Али, мы платим деньги туда, мы отдаем деньги. Али крутит вот эти вот, сколько там, вот до момента зачисления денег, то есть подтверждения заказа, Али крутит. Там по-любому финансовая система какая-то, они эти деньги ваши, ваши, блин. Ваши деньги прокручивают 150 тысяч раз, короче. Вот когда были у меня заказаны шорты, блин, заметьте, 7 октября, блядь, 7-го, до сих пор, сука, не приехали.
Я жду в тайной надежде, что деньги вернули, блин, все зашибись. Ништяк. Вот такой вот. Она вот такой вот. Я ж не знаю, заказывать, чтобы на Али надо. Че, блядь? Вот так в кармане фигу держать, блядь. Или, блядь, пальцы за спиной или в кармане. Я уж не знаю, вот честно говорю. Просто, блин, это просто какой-то пипец, блин. Не знаю, стоит ли вообще работать с той площадкой, если ты покупаешь, потом ждешь как лошара, потом это где-то что-то теряется, блядь, потом ты начинаешь какие-то бадания доказывать, что, блядь, эта хуйня не приехала, блин, нахуй это надо, простите меня за мой мат, за мой французский, ну зачем мне это надо, блядь? Я вот не понимаю, вот, ребята, объясните мне, пожалуйста, у меня вот слов уже нету, просто нету слов, блядь, ну и вот... Ну и меня что взбесило вот больше всего, это, блядь, потеряли вот эти шорты, блядь. Ну как так? Можно потерять шорты, блядь, пакет. Наушники, вот, блин, хотелось это, там, хорошие, путевые, блядь. Ну вот, видите, какая херня. Вообще, трындец, блин, я не знаю, блин. Посылки были нетрекуемые, соответственно, я даже не знаю, вот охота купить, да... экшн-камеру, короче, там, ну, типа, GoPro или там, что, CG, короче. Какая камера, блин, при таких доставках, ребята, вы чё? То, блин, может приехать, может вообще она не приехать, вообще не приехать. Или приедет, блин, в разобранном, раскомплектованном виде, блин, потом ты доказываешь, где чё, спиздили, простите меня. Это чё это, блядь, за доставки, я не знаю. Зачем это нам? Вот я и говорю конкретно о русских, которые пали вот это вот. Не знаю, не знаю. Есть какие-то моменты безальтернативные, там, допустим, что-то взять. Но в большинстве своем альтернативы есть у нас. Может быть, где-то там, действительно, в глухих этих вот, ну как там, отдаленных пунктах, где нету там гипермаркетов, ничего. Я просто, блин, как бы согласен, да, там нет альтернативы, и Али, да, рулит. Но, блин, извините меня, когда ты... в огромном, я не знаю, городе миллионники, блин. Неужели, блядь, вот эта вот рулетка, так скажем, кончающаяся выстрелом себе в голову, блядь. Кстати, так, ага. Ну, блин, ну зачем, блин, ты платишь, потом сидишь на иглах, ждешь, блядь, потом они теряют, потом ты начинаешь спорить, потом кому-то, блядь, отдают деньги, кому-то, блядь, не отдают деньги. Нахрен это надо, ребята? А? Или Почта России так вот просто нагло нас наебывает, чтобы потом господин там, их не главное, себе 90 лямов, короче, бля, в карман закидывал. Я вот не знаю, вот реально. Где оптимизация? Где, блин, я не знаю. И чтобы Али, блин, распространял, ему надо делать сервисы, свои сервисы, своей доставки по России. А не вот эту поеботину, которую сделала Почта России, бля, с таможней, блин. Все, давайте.